толкали нас. Ну неужели нельзя ничего больше сделать? Ну как вы не понимаете, это сложно, здесь все на деньгах построено. Тем более они уже получили документы на землю. А кому можно жаловаться? Даже не знаю. Извините, с Новым годом. Постановление суда вступает в законную силу через 10 дней, но по сути, вы же понимаете, вопрос решен. Спасибо, Борис Борисович, вы как всегда были на высоте. Не за что. С наступающим вас. И вас с наступающим. Угу. Звоните, обращайтесь. И вам не стыдно? Опять вы за свое. Вам же в суде все объяснили. Это здание ремонту не подлежит. Мы по закону, понимаете? Мы по закону выкупили эту землю. А старики? Местная администрация будет заниматься этим вопросом. Местная администрация? А пока? Где им лечиться? Где им отдыхать? В Турции? В Египте? Вы меня слышите? Да, было время, когда нас хотели закрыть. Потому что санаторий для ветеранов, кому он вообще нужен? У нас не было денег. Вы знаете, что когда у нас не было денег, нас никто не уволился. У меня 40 человек персонала, и все работали без зарплаты. Сейчас у нас появились деньги, и сейчас у нас как раз есть возможность начать хотя бы ремонт. И вот, пожалуйста, появляетесь вы. О чем мы с вами спорим? Вам же судья уже все объяснил. Всего хорошего. Да, да, скоро буду. Нет, без меня ничего не подписывай. Вы с ума зашли? Что еще? Я просто хочу сказать вам, чтобы омерзительный тип строить коттеджи на месте санатория для пенсионеров, отключать отопление под Новый год. Какое варварство. Мне искренне жаль. А сейчас, пожалуйста, выйдите из машины, я опаздываю. Не выйду. Вы похожи на героя Достоевского, Родион Раскольников. Тоже наживался на пенсионерах. Не читали? Читал. Только я никого топором по голове не бил. Поймите, такие вопросы нужно решать цивилизованно, понимаете? Цивилизованно. Но вот я же предлагал вам компенсацию за ваши личные хлопоты. Вы что? Вы отказались. Поэтому сейчас, пожалуйста, перестаньте меня преследовать и выйдите из машины. Не выйду. Так. Чего вы от меня хотите? Откажитесь от земли. Или я буду писать о вас в газетах. Вот в этой. Я буду писать о вас в интернете. Я стану вашим кошмаром. Я буду вас везде преследовать. Ну, все понятно. По вам больница плачет. Или полиция. Господи. Что? Опаздываете? Да, поезд через 25 минут. Замечательно, замечательно. Давайте я вас подвезу. Ну что вы, это для меня абсолютно необременительно. Поехали. Поехали, поехали. Ну все, приехали, вылезайте. И чтобы я вас больше не видел. Хорошо? У меня есть тысячи разных способов, как от вас избавиться, но я не хочу портить себе Новый год. Перечисляй все, что я могу с вами сделать. Пожалуйста, будьте так любезны. Перестаньте меня преследовать. Хорошо? А? Посмотрим, как вы будете спать после этого. Да я замечательно буду спать. Угу. Я буду превосходно спать. Я буду спать и видеть волшебные радужные сны. И очень надеюсь, что вас в этих снах не будет. Thank you.
Бежать-то дальше некуда. Это последний вагон. И вы это... Портфель-то верните. Верните, то это статья. Статья за кражу. Да вы что? Да что вы делаете? И вернем наш санаторий. Ты дура! А что это вы мне тыкаете, а? От вас ни за что. Ну, смотрите, а то сейчас скалеете тут от холода. Представляю себе эту радостную заметку в вашей местной газетенке. Тиран повешен или что-то в этом духе. Не слишком ли много вы о себе возомнили? Осторожно. Вы лучше под ноги себе повнимательнее смотрите. Не хочется вас тащить на себе до следующей станции. Ну, такого благородства от вас, конечно, никто не ждет. Берите. Третий раз предлагать не буду. Спасибо. Thank you.
Станция какая-то, слава богу. У меня ноги вообще уже не двигаются. Если бы не вы, нам бы не пришлось полдня по шпалам ходить. Ходить пешком, между прочим, полезно. Для здоровья. Да, особенно с вами и в такую погоду. Я надеюсь, вы одолжите мне денег на билет? Придется. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Будьте добры. Когда следующий поезд на Краснореченск? Завтра, только завтра. Простите, а до Москвы? И до Москвы завтра. У нас в ту и другую сторону поезд только один раз в день останавливается. Простите, пожалуйста. А вы не позволите? Один телефонный звонок. Нет, с этого нельзя. Это местная линия. С вашего мобильного. 5 минут мне очень надо. Позвонить в Москву я верну потом в 2 раза, в 3 раза больше денег. Если у меня каждый будет звонить, я с вами по миру пойду. Потяните, пожалуйста, будьте добры. Не толкайтесь. Дайте, пожалуйста, ему позвонить. Толкается. Я заплачу вам за этот звонок. Ну ладно. Только смотрите недолго. Спасибо. Спасибо вам. Вызов невозможен. Значит, денег нет. И вообще, здесь не переговорный пункт. Простите, пожалуйста, а может, есть какая-то почта у вас в этой? Есть, но закрыта до 3-го числа. Да. Гостиница какая-нибудь. Откуда у нас гостиница? Это ж вам не город и даже не райцентр. Спасибо. Смерти ваши амбиции будут полностью удовлетворены, а? Что нам теперь делать? Не знаю, хотя из любой ситуации есть выход. Особенно, когда его нет. Освобождайте помещение, закрываем. Ну вот и выход. За что мне такое наказание? Я знаю за что. Еще одно слово. Здравствуйте. 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 Извините, пожалуйста, я попал в несколько затруднительное положение. Вы не могли бы мне помочь? Мне очень нужно позвонить. У вас не будет мобильного телефона? Ну что вы? Откуда? Извините. А вы? А? Вы не поможете мне добраться домой? А то я вот уже 2 часа стою и ни одной машины. Да-да, мы поможем вам. Обязательно, с радостью. Ага. Пожалуйста, бабушку до дома. Я вам заплачу. Куда ехать-то? Недалеко. Куда ехать?
Я не помню. О, дела. Поехали. Давай, поехали, некогда. Вы не можете так поступить. Вы не можете оставить человека здесь, на дороге. Бабушка замерзнет. Ладно, и куда прикажете вас везти? Туда, туда или туда? Там такая небольшая деревенька, 7 домов. Совсем недалеко. Как называется? Я не знаю. Ну, может, вы еще что-нибудь помните? А рядом лес. Бабушка, тут кругом лес. Озерные, зеленые пруды, Чуровка. Да, Чуровка, Чуровка. Чуровка? До Чуровки 10 км. Поехали, ну, ладно, садитесь, поехали. Ой, спасибо вам большое. А вы чего стоите? Давайте в кузов. А я смотрю, ты не по погоде, турист. Вот, накинь. Простите, у вас мобильного телефона не будет? Я его неделю тому назад потерял. Поехали. Замерзнете, поехали. Бабушку испугались? Или замерзли просто? И то, и другое. Но скорее замерз. Машенька, ты не вашего класса, да? На безрыбье и рак рыба. Вместе с вами. Ваша деревня? Да, вот он как раз мой дом с краю. Ага. Пожалуйста, возьмите. Я обещала. Спасибо. Ага, спасибо. Спасибо вам. Не за что, с наступающим. И вас. Ага. И вас тоже. Послушай, друг. Давайте. Может, довезешь меня до Москвы? Я тебе заплачу? Нет, извини, у меня бензин на нуле. До дома только осталось доехать. А здесь машину где-то можно словить? Можно, конечно. Но только после 7-го числа. Новый год, народ гуляет. Ну, с наступающим. С Новым годом. Уважаемый, уважаемый, телогречку-то верни. Ну все, будь здоров. И тебе не хворать. Thank you.
раньше была большим поселком. Давай, Миша. Даже дорожки расчищать некому. Куда? А вон туда. Давайте мне. Спасибо. Так, сейчас. Бабушка, вы точно здесь живете, а? Нет, не живу. Я летом приезжаю. И теперь вот приехала подруг навестить. Гостинцы привезла им. А вот куда ключи подевались, просто не знаю. Раньше ключ был, а теперь куда положила, не помню. Моя бабушка иногда ключ под крыльцо клала. Конечно. Пусто. Ну, в крайнем случае, над дверным косяком. Куда же он запропастился? А! Фокус-фокус, держите. Возьмите, он. Браво! Нашелся. Я его как раз сюда кладу для соседки. Она приходит, дом протапливает. И у вас, оказывается, тоже была бабушка. Да, у меня, между прочим, в детстве были все атрибуты нормального ребенка. И трехколесный велосипед, и погремушки, и бабушка. Вы, конечно же, очень ее любите. Представьте себе, да. Ну вот, проходите. Спасибо. Милости прошу. Проходите. Я сама-то в городе живу, а домик этот мы с мужем лет 30 тому назад купили. И каждое лето сюда приезжали. Грибы, ягоды, пожалуйста. Мужа давно нет, а в эти места все равно тянет. Ой, печка. Ой, печку сразу бы затопить. Дрова там за углом. А спички есть? Там, наверху. Ага. Бабушка, в деревне люди еще есть? Ну, а как же? Подруги мои. 5 домов осталось. И все? Ну как, молодые разъехались, а старики, сами понимаете. Сейчас печку натопим, согреемся и будем обедать. Так, я скоро вернусь. Там тулупчик у дверей накиньте, а то замерзнете. Спасибо. В этом году зима суровая. Давно такой нет. Есть кто? Ау! Есть кто живой? Ау! Хозяин! Много времени провела в деревне у бабушки. Все могу делать. Коров доить, сено косить. Тут и коров ни у кого нет.
А раньше пастух идет по улице, хозяйки ему своих коров выгоняют, и из деревни целое стадо выходило. Чай ему попить? Ой, что же это я? У меня и варенье есть. Вот только за водой на колодец надо сходить. Я схожу. Спасибо вам, Верочка. Там ведерко в сенцах. Ага. Как выйдете во двор, за сараем направо вдоль забора. И потом сразу налево. Есть что-нибудь? Эй! Есть что-нибудь, а? А ну стоять! А ну руки вверх! По домам шаришь? Нет. А? Ах ты, мародер хренов! Ты узойки телевизор! На октябрьские праздники спер! Да подожди, дед, какой телевизор? Я телефон ищу, мне позвонить очень нужно. Я тебе сейчас позвоню. Дед. На оба уха оглохнешь! Дед! А ну пошел вперед! Кому сказано? Пошел! Быстро! Дед, ну молчать! Да ладно, дед. Ну что ты меня как на расстрел идешь? Война давно закончилась, дед. Давай поговорим. С бандитами переговоров не ведем. Да ладно тебе! Это я бандит? Хорошо, если я бандит, вызывай полицию. Я тебе полиция, суд, следствие и приговор. Пошел вперед! Ненормальный. Стреляли, как будто нет. Может, стреляли, а может, и показалось. Тут у нас по зиме много охотников ходит. И сосед Василий тоже с ружьем все время. Может, он стрелял. Воруют у нас зимой. Вот варенье черничное. Попробуйте. Сама готовила. Ягода самая сочная в сентябре. Бывало, выйдешь в лес. Туман легкий. Чернику собираешь. Ой, воздух, сказка просто. Куда же он подевался? Вот он. А ты волновалась? Вовсе я не волновалась. Алетина! Доброго здоровья! Давно у тебя не было. Здравствуй, Василий, здравствуй. Давай садись с нами чай попей. Ну, как вы тут? Ну, слава богу, живы. Меня сын в город зовет. Я не хочу. Чего я у них на шее буду сидеть? Я лучше тут, сам.
У тебя в доме все на месте? Ничего не украли? Да нет, все в порядке. А то у нас здесь каждую неделю кого-нибудь да обворуют. Вот сейчас поймал одного. К Зойке хотел залезть. А мы гадали, кто стрелял или показалось. Один раз я стрельнул. Как? Вы в человека стреляли? Ну а что же мне с паразитом? Церемонию разводить? Как? И что вы его? Да в воздух я, в воздух. Отобрал у него одежду, пускай посидит в сарае и померзнет. Больно горячий. В каком сарае? У меня во дворе. Через дом напротив. Господи. Ой. У, городские какие. Жалостливые. Ну, Василий, ты со своей винтовкой совсем уже из ума выжил. Ча, хорошо? Да. Ранена? Вставайте. Вставайте. Вставайте, вставайте. Тихо, поднимайтесь. Пошли, пошли. Вот сволочь, а? Кто бы мог подумать, что меня в один день и разденут, и ограбят. Дышите лучше носом. Идите, а то схватится сейчас воспаление легких еще. Не горячо? Нет. Как вас звать? Александром. А я Алевтина Ивановна. Попейте чаю, попейте, вам надо согреться. Я со зверобойчиком заварила, это от простуды помогает. Жена у вас какая заботливая. Алевтина Ивановна, позвольте я внесу ясность. Мы с этой, как вам показалось, заботливой дамочкой, не муж и жена, мы случайные знакомые. Случайные знакомые? А мне кажется, что мы не случайные знакомые. А давайте-ка расскажем Алевтине Ивановне, при каких обстоятельствах мы с вами познакомились. Не хотите? Опять вы за свое, да? Мы сегодня были в суде. Вы разводились? Нет, мы судились. И знаете, по какому поводу? Верочка, вы на плиту ставили что-нибудь? Нет. Паленым пахнет. А! Какой же вы неблагодарный человек. Перед вами тут бабушка крутится, вертится, вас обхаживает. Вы даже спасибо сказать не можете. Гусь неблагодарный. Это ваши ботинки сгорели. Кто их туда поставил? Не я. Может, я. А может, и не я. Я вот что давно было, хорошо помню, а что давеча я могу ведь и забыть. А может, Василий? Алевтина Ивановна, кто вас об этом просил? Не кричите. Перед вами старый человек. Ну какая я старая? Я просто в возрасте, а не старая. Извините. А вы сами, пожалуйста, следите за своими вещами. Перестаньте на меня кричать. Скандалистка! Хам! Ой, что же вы все время ругаетесь? Ведь жизнь проходит, а вы все ругаетесь, ссоритесь. Ой, смотрите, носочки сухие совсем. Вот еще, вот смотрите, валенки, да, они моего мужа валенки. По размеру вам подойдут. Спасибо. Надевайте. Спасибо, Алевтина Ивановна. За носочки большое вам спасибо. За валенки. Низкий вам поклон. И вам, дорогой мой истец, спасибо
за то, что спасли меня от этого местного сумасшедшего. О! Вот, кстати, и он! Что, дед? Добить меня пришел? Извини уж, что так вышло. Я тебя чуть жизни не лишил. Да здесь и без тебя желающих хватает. А ты, значит, племянником Алевтины будешь? Кто, я? Не. А я тоже смотрю, что ты не особо на нее и похож. Странно было бы. Да. А, понимай. Жена твоя, ей родственницей приходится. Дед, да какая жена? Какая родственница? Случайно мы сюда попали, вот пытаемся выбраться. Скажи мне, вот эта дорога куда ведет? Вот это через лес на шоссе к центру. Но пешком там не пройдешь, потому что замело. Понятно. Если только тракторист за продуктами поедет. Да погоди ты, может, по рюмочке. А то с бабами поговорить не о чем. Да не до рюмочек не сейчас, дед. А, ну дело хозяйское. Василий! Иду! Ну что? Ну что? Все. Узнал? Я узнал. Из Москвы они. И он, и барышня его. А Алевтине кем они доводятся? Он говорит, что никем. Так мы и поверили. Ага, кто в такую глушь просто так поедет? Ну, вот не я знаю. Может, они дом у Алевтины хотят купить? Да-да-да, я знаю таких. Избушки покупают, а потом коттеджи в 17 этажей строят. Я в кино видела, пока у меня телевизор не украли. Да. Слушай, так пускай лучше мой укупит, у меня и земли побольше. Ну, рассмешила. А что? А вы чего тут стоите, не заходите? Заходите! Лучшего дома, чем у Зои, вам не найти. Хоть всю деревню обойди, хоть соседние поезжай. Настоящий пятистенок. Да, 100 лет еще простоит. Не в обиду, а Алевтине будь сказано, лучше у Зои дом. Лучше. И внуки ваши еще жить будут. И постройки есть. Курятник один чего стоит. Дворец, а не курятник. Ну, раз курятник, тогда другое дело. Берешь, сколько даешь? Бабушки, я же вам сказал, не нужен мне дом, не нужен. У меня своих два. Так, два-то зачем? Ну, один, да. Для летнего отдыха. Это что, дача, что ли? Ну? Ну, так бы и сказал. Ладно, пойду. Ой, я дрожь на колесо. Извини, постой, милок. У тебя в районе знакомых нет? В каком районе? Ну, в райцентре. Слушай, у меня крыша течет. Ну, скажи, что вы мне крышу сделали, бабуль, а? Бабуль, я же вам сказал. Я здесь первый раз. И то случайно. Какой райцентр? Я здесь никого не знаю. Эх. Давай, не говори, какой. Алевтина! Что? Ты знаешь, кого пригрела? Известный московский бизнесмен в канун Нового года отнимает санаторий у пенсионеров. А я ведь не знала. Похож. Ничего. Ух ты! Да. Ой, а с виду ведь такой приличный человек. И домой мне помог добраться. И где ты только таких гостей находишь, Алевтина? Пойдем. Пойдем. Кошмар-то какой. Совести у него нет. Да. Спасибо этому дому. Пойдем к другому. Вот оно как бывает. Да.
Да, Алевтина Ивановна, дела. Зря вы его из сарая достали. Зря. Да. До свидания. До свидания. Глаза твои бесстыжие. И как такого только земля носит? У него на лице написано: жулик. Помнишь, у нас председатель сельсовета был? Шифер крал. А шифер тот на крышу для коровника был. Посадили. Посадили. Один в один с этим. Совсем бабки сейчас додумают. Дед, а чё это они? Да пошел ты. Буржуй проклятый. И я тут туда же. Я за это никогда не вернусь. Алевтина Ивановна, ну не расстраивайтесь. Он же не беглый преступник. Обыкновенный человек. Просто он не прав. Ушли и чая не попили. Алевтина Ивановна, а что это? Ваши соседки на меня кидаются, а? Я вроде ничего плохого не сделал. Алевтина Ивановна, а вам я что плохого сделал? М? Настучали. Ну, я понимаю в суде. Ну, мы там были по разные стороны баррикад. Я понимаю портфель, но здесь зачем людей настраивать? Никто никого против вас не настраивал. Я не имею привычки к доносительству. Просто случайно. Случайно? Увидели газету, статью о вас и прочли о том, как вы выкинули стариков на холод. Да никого я не выкидывал. Ну, сколько раз можно вам говорить? Алевтина Ивановна. Вот вы человек объективный, я это сразу заметил. У них есть санаторий. Старый, построенный еще до революции. Его бы все равно молодой снесли. Молодой человек, я в вас очень ошиблась. Большое спасибо. Чего надо? Давай, может, по рюмочке? Ты ж поговорить хотел. С тобой, что ли, мироедом? Пошел отсюда. Да... Дед! Поесть что-нибудь дашь? Буржуев не кормим!
Ждете бабушку, да? К сожалению, у меня нет другого выбора. Последний раз мне удалось поесть еще в Москве. А без трехразового питания я не могу. Ну что, вам вкусно? Не распробовал. Понятно. Не ресторанная еда, к которой вы привыкли, небось. В принципе, я люблю готовить сам. Особенно мясные блюда. Вот, например, беру тебе вот скажу. 4 желтка яйца бирманского фазана. Почему именно бирманского? В этом вся соль. Дальше. 3 столовые ложки густой сметаны. 1 неполная столовая ложка рисового крахмала. 2 грецких ореха. Свежий перец. 40 грамм оливкового масла. Поливаете это все французским красным сухим вином 1965 года. И это так... Чего улыбаетесь? Старайтесь не передать на ночь. Это вредно. Спокойной ночи. Да, и подумайте, что вы скажете бабушке с утра. Хотя вы сумеете выкрутиться из любой ситуации. И хорошо вчера вышло. Оставили человека без ужина. Перед Новым годом надо обиды прощать. Александр, да? Идите к столу. Так. Спасибо, Эльфтина Ивановна. Доброе утро. Доброе утро. Как спалось? Прекрасно. Хорошо. А вам? Замечательно. Угощайтесь. Спасибо. Ой, у меня же еще сосиски есть. Сейчас принесу. А где же они? Что случилось, Алевтина Ивановна? Ой, плохо, Верочка, когда голова к старости совсем не работает. Помню, положила вчера в холодильник сосиски, 0,5 кило, а сегодня смотрю, их нет. Что ж я совсем плохо стала? И апельсины. Взяла 5 штук, всем по одному, мне, Василию и бабам. А тут смотрю, только 3. Алевтина Ивановна, вы не переживайте. Сосиски были. Ну, просто она их съела. Я? Верочка, они ж сырые. А я не ел. Ничего, на здоровье. Слава богу, что я в своем уме. Да что там говорить. Съела и съела, да? Да. И мы с Василием обойдемся, а бабам как раз по 1 апельсину осталось. И хорошо. Послушайте, то, что вы сейчас делали, это, конечно, лихо, но это называется клевета. Клевета. Да какая разница? Какая разница, кто съел сосиски? Главное, что мы все сохранили свои нервы. А мне кажется, что у вас очень большие проблемы с порядочностью. А по-моему, у меня большие проблемы с вами. Уже 2 сутки. Ой, ну хватит вам ссориться. Приятного аппетита. Спасибо. Что это? Что это? Теперь дороги не будет. Да ладно тебе, ты на нем куда угодно доедешь. Слушай, вывези меня куда-нибудь, где я могу машину словить. А бесплатных дел не бывает, цена вопроса. На любые деньги. Только вывези меня отсюда и как можно скорее, а? Как на всех парусах, только деньги вперед.
Я тебе потом заплачу. А, ну нету денег, нету дел. Пока. А я тебе новый трактор куплю. Мы знаем, мы вас городских только обещать умеете. Ты мне будилку поставь, мне больше ничего и не надо. Смотри, через час назад буду ехать. Запропастилась, а? Бабушка! Бабушка! Бабуль! А? Что? У меня красть нечего! Бабуль. Иди отсюда! Бабуль, послушай! Бабушка! Чего тебе? У тебя самогонки не будет, а? Пошел, иди, куда шел, выпивока! Бабушка, ну... Иди! Бабуль, ну не для меня это! Для тракториста! А я хоть я тебе крышу починю, а? Смотри, совсем прохудилась. Скоро рухнет. А не обманешь? А то вон, что про тебя в газетах пишут. Я этой гадости и сам не читаю, и тебе не советую. Ну! Ладно, договорились. Только подожди, малахай принесу, а то уши отмёрзнут. Чего? Бутылку, говорю, неси. Ой, забыла. Че забыла? Я же его Василию отдала. Он же обещался крышу сделать, а сам все выпил, полез наверх и чуть не свалился. А теперь бутылки нет. И пенсия у меня давно была. Я одолжить не у кого. И сахар давно не завозили. Вот так вот вас бабушек за бутылку и убивают. Че ты там бормочешь? Да что же вы со мной делаете-то, а? Эй! Эй! А увидел что? Ты чего? Куда? Эй! Тихо, тихо! Не свались! Шею себе скрешь! Да ты крепче держись! Тихо! Держу, держу. Молодец. Да стой, куда ты? Куда ты побежал? Или хотя бы до шоссе. Да шел бы ты куда шел, а? У нас в машине места нет. Да я хоть в багажнике, ребят. Да вали ты отсюда, тебе сказали, вали там греха подальше. Мужики, вы что, провода обрезали? Слушай, не лезь не в свои дела, понял? Что значит не в свои дела? Там же деревня, там старики одинокие, как они без электричества? Ну что, хотите, чтобы они
что делаете? Но совесть у вас есть? Совестливый нашелся. Ах ты, гад! Ты что, с ума сошел? Ты же убил его, урод! Да достал он меня! Стой! Сволочи! Стой! Что близко, подъехали? Паразиты, отпусти его! Уходи! Бандиты! Машину быстрей! Стоять! Стоять, сволочи! И как это твой муж без тебя в Новый год? Волнуется, наверное. Там, на краю леса, твоего убивают. А? Опять к нам бандиты наведались. Господи! Парень, как ты? Ты живой? Эй, очнись, парень! Александр! Что с ним? Что с ним? Кажется, дышит. Вроде живой. Подождите, подождите. У вас очень сильный ушиб. Потерпите. Я пойду льда принесу. Угу. Что, все так страшно? Дайте руку. Держите. Аккуратно. Смотрите сюда. Мне кажется, нет у вас никакого сотрясения. Просто сильный удар. Вам нужно поменьше двигаться сейчас. Ну вы прям как сестра милосердия. А вы как герой. Неужели не страшно было? Конечно, страшно. Господи, за что мне такое наказание, а? А я знаю, за что. Я пойду дров принесу. Давайте сюда. Надо было вам с собой рисковать. Они же могли всю деревню без света оставить. Ничего, не замерзли бы, у всех печки есть. Что-то я об этом не подумал. Спасибо за лед. Пойду помогу. Давайте я вам помогу. Давайте. Берите. Простите, ради бога. Ну зачем вы встали? Вам бы отлежаться надо было. Ну так, я просто хотел помочь вам, Вера. Вера? Вы назвали меня по имени? Первый раз. Разве? Да. Даже удивительно, что вы знаете, как меня зовут. Не она, не гусыня. Простите, я искренне сожалею о своих словах. Какой это день сюрпризов? Сожалеете? Вы? Да вы не подумайте, я не чудовище, я нормальный человек. Если бы мы познакомились при других обстоятельствах... Что? Возможно, вы бы на меня смотрели иначе. Как я на вас смотрю? Да вы смотрите на меня так, как будто я сжег этот санаторий ваш вместе с его обитателями. Вот, между прочим, вот если понадобилось бы... Сожгли бы, уверена. Да взгляните в лицо правде. Ваш санаторий в аварийном состоянии. Его и так нужно было переселять. Не я, а кто-нибудь другой занял бы это место. Это бандитская логика. Ну что же вы ко мне цепляетесь-то, а? У вас, наверное, муж есть, работа, дети. А вы кидаетесь на меня, как будто вас жизнь обидела. У
меня, между прочим, в городе дочка одна ждет. Я каждый вечер, работа, не работа, я должен быть дома, потому что она без меня спать не ложится. Как она провела вчерашний вечер, я не знаю. А сегодня вообще Новый год. С наступающим. С наступающим. Вы как хотите, а я ухожу. Пешком. Алевтина Ивановна, скажите, сколько до шоссе прямиком через лес? Да Господь с тобой, 7 километров. А соседка говорила, в тех местах волки водятся. Зойка, что у сельсовета живет, так у нее теленка зарезали. Здесь есть сельсовет? Есть, закрыт только. Иногда из райцентра приезжают. Значит, там есть телефон. За столько лет его наверняка отключили. Нет. Счета приходят, их оплачивают в районе, так может длиться годами, я это точно знаю. Что вы стоите? Пойдемте, проверим. Третий дом налево. Надо же, мы уже 2 дня здесь торчим, и вы только сейчас сообразили, что здесь может быть сельсовет. О, я сообразила, а вы? Не волнуйтесь, ничего страшного, успеете. До Нового года еще есть время. Черт возьми, времени в обрез. Я еще хотел подарок сегодня купить. Дочери? Не только. О, это уже тянет на срок побольше. Что вы имеете в виду? Кража со взломом. Ничего, разберемся. О, да здесь 100 лет никого не было. Вот телефон. Ну? Да, вы были правы. Работает. Ну, звоните. Не выйти? Не обязательно. Да. Машенька. Папочка. Здравствуй. Как ты там без меня? Куда же ты пропал? Я тебе 1000 раз звонила, а у тебя телефон выключен. Прости меня, пожалуйста, доченька, прости. Папа задержался на работе. Я скоро буду дома. Как у тебя дела? Да. Все хорошо? Да, все отлично, все прекрасно. Чем ты занимаешься? Милая, да. Больше не могу говорить. Света дома? Да, да, вот она трубку вырывает. Дай сюда. Алло? Света, привет. Саш. Света. Ну, что случилось? Послушай. Почему ты не ночевал дома? Ты мог хотя бы... Вы предупредить, что тебя не будет. Света, послушай меня, пожалуйста. А я все-таки там была. Помнишь то свадебное платье, которое я прозевала в бутике? Так я его сфотографировала и отправила тебе на iPad. Ты смотрел? Света, послушай меня, пожалуйста. Почему ты кричишь? Меня нужно забрать, я здесь застрял. Что значит застрял? Где? Деревня Чуровка. Чуровка? А что ты там делаешь? Я тебе потом все объясню. Алло, ты слышишь меня? Алло! А где эта Чуровка? Посмотри по карте. Кировское направление, там такая маленькая деревушка, домов 7. Ну ладно. А, кстати, вчера звонил твой зам, там без тебя какая-то сделка сорвалась. Что? Я не вникала, я не знаю. Все-все-все, буду. У меня второй входящий. Да, пока. Алло? Что-то случилось?
случилось? Я из-за вас контракт потерял. Да что вам объяснять, вы все равно ничего не поймете, потому что вы типичная, закомплексованная на своей показной добродетели ханжа. А вы? Что я? Давайте говорите, что-то вы давно меня не оскорбляли. Что я? Вы? Что я? Что я? Привыкли считать, что вы своей силой и наглостью можете брать все всегда и везде. Вы подмяли под себя законы, нормы и правила. Вы типичный богатый хам. Да вы... Что вы сделали? Зачем? Извините. Я просто хотел, чтобы мы оба замолчали. Вам нужно было позвонить. Звоните. Ну, звоните, звоните. Верочка, а я вот чай сделала. Давайте попьем чаю. Я мяту заварила. Как раз хорошо от нервов. Давайте. К счастью. Простите. Давайте я вам помогу. Что это я? Про варенье совсем забыла. Сейчас принесу. Послушайте меня, пожалуйста. Не надо, я прошу вас, не надо. Мне все ясно, пожалуйста. Поймите, иногда совершенно дурацкое обстоятельство какое-то может изменить в человеке весь его мир.
Это может произойти в один час, в один день. Иногда это может произойти в одно мгновение. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Да, проходите, пожалуйста. Спасибо. Милости просим к столу. С нами чай пить. Добрый день. Проходите. Спасибо большое. У нас очень мало времени. Привет. Саша, что происходит? В чем дело? Кто эти люди? Тебя как вообще сюда занесло? Этой чурки даже в навигаторе нет. В итоге пришлось каждые 10 минут останавливаться и спрашивать на заправках у дальнобойщиков. Дороги замело. Я убила 3 часа времени. Я не попала ни к парикмахеру, ни к визажисту. Мы сегодня с тобой идем в гости, если ты помнишь. Что, черт возьми, происходит? Хорошо, я тебе объясню. Я случайно попал в поезд. Я случайно попал в эту деревню. Я случайно оказался без документов, без телефона, без денег, без портфеля. А в этом доме меня приютили. Познакомься, Света. Это Алевтина Ивановна. Очень приятно, Алевтина Ивановна. Светлана. Это Вера. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам пора. До свидания. До свидания. До свидания. Если у тебя есть непреодолимое желание устроить скандал, дождись, по крайней мере, пока мы домой доедем. Что это? Это? Это теплая одежда. Добрые люди подарили. Да ты напугала, в нем похож. Алевтина Ивановна, с вашего позволения, я верну вам тулуп позже. Бога ради. До свидания. До свидания. Приезжайте к нам еще. Спасибо, что накормили, обогрели, приютили. Мы вам всегда рады. Вера, вас подвезти? Нет, спасибо. За мной приедут. Точно? Да, абсолютно. Ну тогда. С наступающим. С наступающим. Еще раз спасибо. С наступающим. До свидания. Прошу. Когда всю ночь спокойно и бесшумно штрихует окна снега пелена, стоят дома торжественно и умно, решение подсказывают нам. Но давайте чайку попьем. Глухие, давайте. И никого на свете больше нет. И вам почти не вспомнить, что такие когда-то были вы в 16 лет. Но пройдет зима, оживут дома, зашевелятся льдины рек. И ты придешь сама, и он сойдет с ума, и ты останешься с ним навек. Но может все сложиться по-другому, и долгой утомленная пургой ты, может быть, уедешь жить к другому, и он тогда останется с тобой. И будешь ты стремиться. Случайно знакомый. Где вами все исходит. Что-то у тебя сегодня все случайно. Случайно попал в поезд, случайно познакомился с какой-то женщиной. На тебя это не похоже. Так вышло. Нам пора что-нибудь решать с нашими отношениями. А то и нечто среднее такое. Между приходящей любовницей, женой и домработницей. Ты придешь сама, и он сойдет с ума, и ты останешься с ним навек.
как вчера суд прошел? Вчера. И хочется, чтоб вам Нормально. Цветная вьюга другой не рисовала эпилог. Чтоб все-таки вы встретили друг друга. Ты что, с ума сошел? В конце своих запутанных Она своими дорог. Мешками все сиденья перепачкала. Ведь кто-то же за нами наблюдает. Кому дано заранее все знать. И он ни про кого не забывает. Кто-нибудь другой подберет. И что нам остается? Только ждать, что пройдет зима, оживут дома, зашевелятся льдины рек. И ты придешь сама, и он сойдет с ума, и ты останешься с ним навек. И ты придешь сама, и он сойдет с ума, и ты останешься с ним навек. Привет, девочка моя любимая, бесценная. Как долго я тебя не видел. Доченька, ты только меня прости, пожалуйста. Я не успел купить тебе подарок. Ничего страшного, зато я нарисовала тебе целых 3 рисунка. Спасибо. Ой, а что это? Это чудо-шапка. Называется Малахай. Вау. Красота. Можно я мне и в школу пойду? Можно, можно. Папа, пойдем, я тебе такое расскажу. Давай. У нас вчера в школе был новогодний бал. Я танцевала с Сережей. И да Андрей так разозлился. Представляешь, они чуть не подрались из-за меня. А самое смешное, что никто из них мне даже не нравится. Никто-никто? Не-а. Вот ни чуточки, ни чуточки. Не-а. Никто-никто-никто-никто. Хабаровы завтра в Австралию улетают отдыхать. Пойду елку наряжать. Угу. Баффи. Саш, а давай мы следующий Новый год встретим в Австралии. М? Как ты думаешь? Саша, ну ты только представь. Море, солнце, пальмы. Лето среди зимы. Нарядимся папуасами. Ну, это же так здорово. И никаких каблуков. Ну, что ты молчишь, Саша? Новый год без снега. Да тем более там елки не растут. Искусственная елка будет. Такая же, как у нас. Какие проблемы? А вот мне не нравится. Это ведь ты купила. А я настоящую хотела. Папа, а сколько до Нового года осталось? 3 часа. Ой, у нас очень мало времени. Так, если ты надеваешь новый костюм с белой рубашкой, нужно выбрать галстук в тон моему платью. Да, и те черные туфли, которые я тебе подарила, очень подойдут. Интересно, та старушка добралась домой? Что? Так, ничего. Пап, ты поможешь верхушку надеть? Не достаю. Конечно! Как я давно не наряжал елок. Ну что, Василий? Поди жалеешь, что не поехал к сыну Новый год встречать в город? Нет, Тамара, все правильно. У молодых своя жизнь, у нас своя. И не надо им мешать. Мария! Дочка опять в гости не приехала? Занята больно. О, открытку прислала. На. Пишет, что любит. Внучка подрастает и очень скучает. Тамара! Да, смотри. Но. Да. Видишь? Красиво. А Марии дочь уж 5 лет. Открытки не присылает. А кто же ей пишет? Сама себе пишет. И нам показывает.
Да и Василия сын уж давно не зовет. А что муж? Дорогу найдет? Я ему объяснила, как ехать. А ты сказала, что дом на краю села стоит? Сказала. А он тебя не ругал, что тебя дома не было? Нет, не ругал. Почему он должен ругать? Он у тебя терпеливый, таких уж и не бывает. Это вы к чему? Да так. Здравствуйте. 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 Познакомьтесь, это моя дочь Маша. Маша, очень приятно. Какая у вас елка красивая. Спасибо. Вот, тулуп приехал вернуть. И апельсины. Говорят, долги перед Новым годом нужно возвращать. Неужто из-за тулупа за час до Нового года в такую даль приехал? Вера, вы помните, когда мы ехали сюда в кузове грузовика, вы сказали... С кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь. Помню. Но я не суеверна. Ну так, я бы хотел провести его с вами. Если вы не против, конечно. Но это и неизбежно. Нас еще ждет один суд, и дело с санаторием еще не закрыто. Я думаю, дело утонуло вместе с портфелем.